Приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и на самом деле сегодня невероятнейший день, потому что я попал на невероятнейший аккаунт, и сейчас вы поймете почему. Я не знаю, что я там в названии сделал, какую я там заставку нарисовал, но суть заключается в том, что я нахожусь на аккаунте игрока под ником X2, 401 тысяча силы и 297 тысяч самоцветов, по сути 300 тысяч самоцветов, и как бы вас уже давно трудно чем-то удивить, но я удивился, друзья, потому что здесь вот эти 300 тысяч самоцветов накопленные, то есть это аккаунт бездонатный, друзья, и это прям вообще жестко, вот просто респектосик чуваку, я не знаю, зачем он это делал и как он без траты самоцветов прокачивался, вообще у меня ни одной идеи, но просто из уважения к чуваку, моей поддержки, его поддержки, ставьте сразу лайк, потому что не каждый день такое видео увидишь. К сожалению или к счастью, наверное, правильно, мы не будем ролить сегодня все 300 тысяч самоцветов, мы поролим 100 тысяч самоцветов, а 200 тысяч самоцветов оставим человеку на прокачку аккаунта. Сейчас глянем на сам аккаунт. Игрок находится в гильдии под названием Синдрия. Все переходим в гильдию Лимпопо. Вот такая вот ситуация. Так что сначала вступаем в гильдию Синдрия, а потом переходим в гильдию под названием Лимпопо. Окей. Что у нас по аккаунту? Просто зайдем в алтарь. Увидим, что там. Что там? Первый взгляд такой. Фрея. Вы говорите, без доната играть нельзя. Можно, так еще и самоцветы. У меня как бы на моем донатном аккаунте никогда 300 тысяч самоцветов не было. А тут как бы достаточно жестко. Окей, ну ворожей, слушай, ну и талантики приятные везде. Ну, по крайней мере, стоят примерно те, что нужно. А, здесь только оживу прокачать. Ну, Анубис, да, грустно по таланту. Но не забываем, ребят, это бездонатный аккаунт. Ну, землеройка как бы тоже, ну... Но, блин, тут накоплены самоцветы 300 тысяч, друзья. 300 тысяч, 400 тысяч силы. Давай тогда зайдем на склад, откроем там небольшие плюхи. Ваши подарки. А, так, давай начнем открывать. Посмотрим, что тут выпадет. И тогда пойдем посмотрим, каких героев тут не хватает. И что у нас получится выбить за 100 тысяч самов. Ну, слушай, если бы 300 тысяч самоцветов пришлось ролить, то это было бы невероятно долго. Так, по плюхам все. Сразу можем сделать тут какую-то скидку. Жалко ее, как бы нельзя, знаешь, использовать все скидочные карты. Ладно, не суть. Заходим сюда. Заходим сюда, не хватает 19 героев. Розалинда, но это донатное убожество. С этим все понятно, друзья. Дальше. Некроз, это понятно. Фобос. Фобос, Кровавая Мэри. Вы просто обратите внимание, здесь не хватает трех героев. По факту два из них невозможно получить, потому что они донатные. Короче, Фобоса. Раз загибаем палец. Дальше Космо. Макдуха и Вольтор мимо. То есть Фобоса и Космо не хватает. Зефирик здесь мимо. Королева Ос, это третий герой, но главное Фобос и Космо. Дуэлянт донатный. Полярный лис донатный. Оккультист четвертый герой. То есть, ну, главное ударение у нас на оккультиста, Фобуса и Космо. Огнекрыл разрушитель донатный. Свален еще. Бард донатный. То есть Свален это пятый герой. Арктика донатная. Скиталец без донатной. Шести героев не хватает. Шести героев не хватает. Я думал, что будет больше. Ну что, усаживайся поудобнее. Кто не поставил лайк, ты редиска. Ставишь все-таки лайк. И погнали, погнали. И напиши в комментариях, сколько у тебя получалось максимум накопить самоцветов. И какое максимальное количество самоцветов было на твоем аккаунте. Потому что, ну как бы это что-то с чем-то. Так, на 200 тысячах самоцветах останавливаемся. Блин, так непривычно видеть, что по 360 самов тратится. Профессор Рибит. Понятное дело, это ненужная повторка. Мы не останавливаемся. Идем дальше. Ролим. Так. Ниндзя. Рыцарь.
если мы ничего не сможем выбить, то это прям жестко. Варлок, шаман, ледяной дьявол. Да, и не бомбите там в комментариях по поводу того, что мы не ролим все 300 тысяч самов, потому что там надо созвездие ролить. Сами понимаете, как созвездиями дела на бездонатном аккаунте. Так что это правильное решение от игрока. Но нам пока ничего не падает. И у меня, знаете, после вчерашнего дня, сегодняшний день вообще, как бы... если посмотреть... Ой, где-то у Привет. Нас донат Посмотри, пришел. Посмотри, когда он начал играть. Виталя, 100 рублей. Привет, посмотри, когда он начал играть. Спасибочки. Слушай, а когда он начал играть? Ну, интересно, вот сколько? С самого начала, как бы, своей игры самоцвета не тратится или нет? Непонятно. Начал играть в 2015 году. А, то есть вы хотите намекнуть, что он, типа, не заходил долго на аккаунт, и там само все копилось, но, к сожалению... это так, ребят, не работает. К сожалению, это так не работает, потому что, как бы, если не будешь заходить, то у тебя особо самоцвета не будут копиться. Ну, будет копиться, но не в таких количествах. Это, то есть, это надо каждый день заходить, все забирать, всю халяву и прочее. Еще обратите внимание, 1 335 000 самоцветов. 1 335 000 самоцветов, друзья. 1 300 Фуй, блядь, самоцветов. Кулаков, извиняюсь. Погнали. Асура! Но это все не то. Вот у меня реально такое ощущение, что все, как только ты где-то там в созвездиях или на роллинге используешь скидку, то можешь забыть о том, чтобы выбить какого-то редкого, нужного героя. Потому что у тебя там все сбивается и шанс уменьшается. А все почему? Потому что баланс... Дело тонкое, и нельзя перегибать палку. Но мы уже потратили, по сути, почти 30 тысяч самоцветов. Никакого намека на недостающего героя. Ну вот единственное, там что-то более-менее ценное выбили, это Фрею. И как бы при том, при всем, что она есть на аккаунте. Так, грусть, печаль, тоска пока что. Будет очень обидно, если за 100 тысяч не получится выбить. Так. Давай, кристаллический эктоплазм, бульдозер, циклоп, тритон, наемный убийца, варлок, 190 рыцарь, профессор Рибит. Не, ну понятно, аккаунт с паузами играл, да? Во. В чате пишут, землеройка без проклятого, по-моему, бесполезный герой. Ну да, ему надо все-таки проклятый доспех. Мы выбиваем ледяного феникса, но ледяной феникс на этом аккаунте было. Нам нужен космо. Свален, оккультист, Фобос. Мы уже потратили почти половину. Из более-менее нормальных героев выбили только Феникса и Фрею. Это как бы ненормальная ситуация, друзья. Это нехорошо. Это плохо. Das ist schlecht. Рыцарь тьмы, IGG. Это походу... Ну не будь ты такой сволочью. Понятное дело, что баланс дело тонкое, но 100 тысяч самоцветов. Сколько человек копил? Сколько человек мучился, боролся, не тратил самоцвета? Вот, разрабатывал, тренировал свою силу воли. И что, теперь ни одного героя недостающего не дашь? Или что? Как такое возможно? IGG. Студенистый, давай! Королева, вот-вот, я не хотел этого говорить, бог свидетель, но, ёлки-палки, я такой думаю, сейчас будет весело, если выпадет королева ос и все, и как бы вообще. Ну, то есть, окей, недостающая королева ос. Недостающая королева ос, но надеюсь, что выпадут и какие-то другие недостающие герои. Давайте быстренько все сливаем. Если есть куда, вон, давай, допустим, нет, мы не можем сюда. Сюда не можем. Куда-нибудь мы можем вообще слить? Эй, Райл! О, ну, тут, допустим. В паладина, а чё? Паладин, по-вашему, не заслужил, что ли? Ну, давайте уже, опа! Сколько героев-то сливается. Так. Могли, в принципе, и королеву ос распечатать. Ну, тут...
У него, смотрите, даже 370 этих слизней накоплено. Жестко. Давай, полетели дальше. Ловись, рыбка большая и маленькая. Нужные герои. Да, я уже... Давай, Махатма, не то. Осталось 39 тысяч самоцветов нам ролить. Бугимен. И главное же, падают редкие герои. Командора, Бугимен. Фрея падала, Феникс падал. Ну а где нужные? Тут как бы Космо. Тут, я уверен, мечтают, чтобы получить Космо. Командора второй раз падает, но это не серьезно. Это не серьезно. Давай, не знаю, распакуем эту дуру. Может быть, это что-то изменит в лучшую сторону. Ну, видите, тут даже два Феникса, по сути. Королеву, королеву. Королеву Ос открыли. Королеву Ос открыли. Дальше. Так, где ты? О, какой талант топовый. Прям можно было не мечтать о нем. Так. Все, погнали дальше. Полетели. Паладин, да ты серьезно? 34 тысячи самов осталось, по сути. Ну или 37, если не оставлять ровно 200 тысяч. Паладин, бульдозер. Да как? О! Свален! Вот я реально такой думаю. Окей, королева Ос выпала, а если выпадет следующий герой, то это будет, наверное, такой, знаешь, один из самых бесполезных. Не, свален-то герой пригодится, никто не спорит. Но в сравнении, да, там, с Космо, с Фобосом, с кем там еще, с оккультистом, я думаю, ну, наверное, знаете, как самый менее нужный герой выпадет именно свален. И выпал свален. Ну, давай ты еще 29 тысяч самов. Аджиджи. Скидка пропала. Ну, скидка-то пропала, она и не появится. Мне кажется, вообще была ошибка ее раскрывать, потому что... Ой, потому что что-то мне кажется, с этими скидками не все так просто. Только ты их раскрываешь, короче, какая-то жуть происходит. Какая-то происходит жуть. Ну и ты-то не можешь там подряд лепить эти скидки. Подожди полчаса тогда. Купидон, да ты серьезно, IGG, 2020 год, давай я, вот ради IGG, давай, видишь, 350 самоцветов потратил во славу IGG, и выпадает как бы крутой герой, но ненужный, ледяной феникс. Это издевательство, королева Гарпи, Космо нету, оккультиста нету. Капитан Рогатка, Ворожей, Сноузила. Фобоса нету. Фобоса нету, ну твой... Ну вообще... Ну что это такое? Просто столько времени человек копил. Давай! Давай, кстати, ребята, а вы заметили, что вроде как давно уже такой акции, как коллекционер, не было? Или мне кажется? По сути, 9-12 тысяч самов осталось ролить. Под скидкой забыли написать. Шанс выбить легендарку снижается на те же 20%. Да. Ну же по-другому это никак не обозвать. Студенистый рыцарь. Давай уже, а? Ну давай. У меня уже даже музыка закончилась. Потому что момент напряженный. Сука. Просто бесит. Просто вымораживает. Просто выбешивает. Так, рыцарь, давайте, несколько тысяч самов, должно же, дай ты хоть кого-то, тварь ты. Ну не Трифида, тварь, дай. Космо, а не фею. Давайте, чтоб ровно 100 тысяч было, еще до 197 тысяч ролим тогда. Триант, сука. Просто у меня. Да все, роллинг заканчивается. Это жесть какая-то, с бесплаток, блин, больше шанса выбить, чем вот так вот ролить. А я на самом деле вам всегда говорил, ребят, ну вообще это сейчас выглядит, типа, я говорил, нет, ну по факту, да, играете без доната, копите по 5000 самов и рольте в разные дни, потому что вот так вот копить, то есть и потом ролить с такой массой, это менее выгодно, потому дальше,
Дальше самоцветы я, наверное, тратить не буду. Лучше пускай эти самоцветы пойдут. А нет, можешь еще 16к потратить, мне пишет хозяин. Хорошо, 16к, давайте до 180. Я надеюсь, это не его ошибка. Ну, потому что выгоднее реально по 5к ролить. По 5к копить и ролить, и если ничего не выбил, то не обидно. А если выбил, то радостно. Потому что, когда ты копишь такую сумму, и потом ты ничего не выбиваешь, это просто это зашквар. Ну, это зашквар. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар, а? Просто жесть. Давай еще. Хранитель. Аджиджи, да какого... Я просто не матерюсь, чтобы YouTube не ругался, но вот просто... Какого Валентина в 2020 году, а? Тесса! Какого... В рот я вас всех еб... И в пукательное место тоже. Не, лучше остановиться. Если вот хозяин аккаунта, говорю, если уже и ролить, то как бы возьми там, выдели себе какую-то сумму самоцветов и растяни, и каждый день по 5000 роль. Потому что это жесть какая-то. IGG, что там у вас этот? Баланс должен... баланс дело тонкое, да? Главное не переборщить, как вы говорите. Ну классно, что? Просто... Просто 100 с чем-то тысяч самоцветов. В никуда. Ну, выбили осу и свалено. А космо там, оккультист, фобус. Да чё там его? Ну, его там, короче. Ладненько, друзья. Пожелаю аккаунту, игроку под ником X2 огромнейшую удачу. Извиняюсь, что я мог со своей стороны, я сделал. Вот. Короче, поступайте. Поступайте более... обдуманно, потому что это что-то очень жестко, но тем не менее огромнейший респектос игроку, аккаунту, накопить 300 тысяч самоцветов без доната. Я с донатом никогда столько не накапливал, даже когда выбивал вальторов, некросов и прочую донатную дичь. Всем удачи и пока.